В Шымкент зима пришла раньше обычного. Накануне в городе прошел сильный дождь с переходом в снег. Повалены больше сотни деревьев. Они не выдержали ледяного груза на ветвях. Но серьезных последствий удалось избежать, сообщают в городском акимате. Снег растаял, а коммунальные службы все еще продолжают убирать улицы. Заметно прибавилось работы и у энергетиков. Они восстанавливали линии электропередачи. Было зарегистрировано около 10 обрывов. Сейчас проблемы со светом решены. Причиной всему то, что вот сезон листопада еще не закончился. Дождь, который перешел в снег, да, в мокрый снег, и дерево это все не выдержало, и они стали вот так вот массово падать. Но в данный момент ведутся активно коммунальными службами работы.